Современные дети опровергают все стереотипы и доказывают, что читают они не меньше своих родителей. Ребята с удовольствием принимали участие в акции. Одни приносили свои книги, а другие выбирали понравившуюся и забирали домой. Такие акции нужны для того, чтобы другие книги попали к другим детям и обменялись книгами, и узнали другие интересные книги. Организаторы отметили, что подобные пункты приема книг появятся и в других поселениях района. Не только можно принести книгу, можно книгу принести, обменять, взять любую понравившуюся. Поэтому давайте все вместе создавать новую библиотеку добра, социальную, на территории Одинцовского района. Книги должны быть среди людей. Прочитал сам, поделись с другим. Подобный круговорот книжных изданий способствует популяризации чтения. Отличная идея, я считаю, потому что книги, они всегда должны быть среди людей, да, и особенно вот в таком формате, то есть когда кто-то отдает свои книги, да, почитав ее другому человеку, который может также почитать, передать другому человеку. Это очень хорошее такое, я считаю. Задумка такая, да, для людей. Всего за несколько часов организаторы собрали около 100 экземпляров книг. Здесь и романы, и детективы, и мировая классика. Уже в скором времени первая книжная полка библиотеки «Добра» откроется в Одинцовском подворье. А пока идет прием литературы. Мария Шматкова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцово».